Хей, hey, йогес, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mask of the Mystics. Мистическая маска, как я понял. Окей, давайте тогда новую... Так, что с мышкой? Вы видите, игра выглядит такая довольно красочная. Давайте немножко... Немножечко потише. И полетели. Эта история начинается с очередного продолжения о работе. К вам обратились с просьбой отыскать пропавшего человека. Ничего необычного, за исключением того, что данный человек был архимаг Академии. А как известно, бесследно исчезнувший крайне несвойственный архимагам. Свои исследования архимаг Кроул проводил в зараженной территории области ожесточенных сражений времен последней войны с Империей. Количество магии, обрушившейся на эту землю, было столько велика, что ослабило барьер, защищающий нас от бездны, и множество ее обитателей заполнило эту местность. В случае успеха вам была обещана плата в тройном размере, а коллеги архимага любезно предложили телепортировать вас непосредственно к месту назначения. Поколебавшись несколько мгновений, вы входите в портал. И посмотрим, куда же нас отправила. По идее, игра, ну, там стоит просто, но фиг его знает. Жанр мы, ну... Но насколько это Metro Advent, я еще не знаю. Так, подождите, сейчас настроим. Так, ладненько. О, нифига мы быстрые. Чего мышка такая медленная? Как-то очень странно мышка работает. Ну ладно, так, ладно, мы можем прыгать. У нас есть ХП. Как я понимаю, одна ячейка это одно ХПшка, то есть у нас... Раз, два, три, пять хп, потом есть какие-то зелья и еще непонятно что. Ну, кусок маски можно забрать? Нет? Вы знаете, что случилось с архимагом? Красная статуэтка найдена. Ага. Тап, это тап. Инвентарь. Красная статуэтка. Статуэтка совы... красного цвета. Использовать нельзя. И Enter. Проверяем кнопочки на взаимодействие. Так, G это журнал. Хорошо. А, смотрите, так тут много масок. Здесь не она не одна. Так, там просто корневища. Так, жалко, что не показано, через сколько он может прыгать. Но он умеет уворачиваться, как я понимаю. Нету подходящего предмета. Давайте поищем подходящий предмет. Мне не нравится то, что FPS довольно какой-то нестабильный, то есть он прыгает. Это типа головоломки будут у меня? Допустим. Голубой цветок, голубой гриб.
Ингредиент для приготовления алхимического зелья. Ингредиент для приготовления алхимического зелья. Но я думаю, мне этот камешек еще пригодится, поэтому... Пока что побегаем вместе с ним. Нифига себе, тут город. Так, рычаг сломан, и требуется замена. Уйти, хорошо. Так. Так. Еще маска. О, зелье. Которое я не могу почему-то подобрать. Смотрите, там, кажется, враг. Слизь какая-то. Так, мы зашли в локацию с камешком. О, здесь FPS хорошо. Походу только в открытых местах такая непонятная жопа происходит. Так, старая печь для приготовления пищи. Требуется хворост. Уйти. Зелье лечения на Q и рубин. Так, записки из заброшенный форт. Похоже, это заброшенный форт послужил мне отличным пристанищем для ближайшего времени. Более того, мне даже удалось открыть проход к моему рабочему кабинету. Главное не забыть правильно пользоваться последовательно стерун, иначе придется все начинать сначала. Допустим. Нет, я буду с камнем ходить. Старый меч. Так, самая обыкновенная морковка. Восстанавливает немного здоровья. Драгоценный камень. Самый обычный меч, урон 2-3. Так, ну я... Требуется ключ от террасы форта. Так, хорошо, ящики мы можем ломать, но определенные, да, только? Каменная маска. Странная маска с птичьим клювом. Жалко, тут нету этих проходов секретных. Оу-ху-ху-ху. Ну окей. Ладно, погнали в подвал. Петли этого люка давно заржавели. У нас ее получится ее открыть, ясно. Давайте пойдем за деревом. Мне хворост нужен. По сути, я могу открыть дверь. Ну, давайте сначала соберем хворост. И, возможно, мне нужны маски для того, чтобы... Положить на печать. Но пока что игра, знаете, довольно детская, что ли. Какие-то бесконечные загрузки. Ладно. Ягоды. Лесные ягоды. Ой, Steam открылся. Ага. Допустим. Нужно ключ от склада. А эти доски он просто собирать вообще не хочет, да? Здоровые места. Записка. Разрыв.
Кажется, именно через этот разрыв после окончания Бристера скрылись ее последние владельцы. Как показал беглый осмотр, чтобы безопасно его распечатать, потребуется найти и активировать 6 навигационных кристаллов. Обычно такие кристаллы устанавливаются под землей, неподалеку от места разрыва, так что, думаю, я туда смогу их отыскать. Хорошо, нам нужно какие-то разрывы найти. Копия, слизи. Так, кусочек отличной плодородной земли. Окей. Вот звук какой-то есть, но... О, хворост. Найс. Так, ну пока что мы с вами просто собираем хворост. Нам хворост нужно 6 штук. Должен отлично гореть. Ингредиент для приготовления. Шифтовать только можно, когда мы находимся на поверхности. Оп, стоять, там сундук. Сейчас будет паркур. Так, ну, в принципе, я отсюда могу перепрыгнуть на другую сторону уже. Подожди, а где это вообще проход был? А, это который за... Вон оно что. Окей, смотрите. Нахер мне этот ключ? Мы сейчас без ключа с вами залезем туда. Так я и могу без рычага залезть на другую часть. Ну блин, но с другой стороны, это ошибка разработчиков. И если там что-то ценное, я почему бы мне это не забрать, так ведь? Особенно для начала игры. Сейчас только это еще повторить надо. Зо, прикиньте, я не смогу теперь залезть. Я запрыгну туда. Отлично. Так, рецепт лечебного зелья. Для приготовления данного зелья вам потребуется голубой цветок и лесные ягоды. Так, еще рубины и патроны. Необходимы для стрельбы с пистолетом. Изи. Пробрались. В принципе, я говорю снова же. Я могу просто сюда пробраться, нихера не делая. Так, а где мне хворост искать? Здесь у меня уже вопрос сейчас встал. Так, урна я могу ломать? Урну не могу.
Так, ну значит мне где-то все-таки и здесь надо лазить. Можно просто shift зажать, и он типа сам будет делать рывок, когда это не можно. Так, мне паркуром нужно заняться. Нет. Что мне делать тогда? Где мне хворост искать? Здесь-то видно невидимые стены. Туда типа не попасть, но... А я, в принципе, туда и попасть не могу. Игра не сделана... На Nerch Engines. Короче, я не шарю. Я не шарю за хворост. Я вижу просто есть какие-то баги, недостатки. Вот, типа, задание. Где? Активируйте 6 навигационных кристаллов. Как их активировать? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. У меня вопрос, как их активировать? Чем? Активируйте. Чем я должен активировать? Сверху, но ничего нет уж. Короче, давайте на паузу поставлю, найду хотя бы что-нибудь. Короче, я нихера не понял. Я не нашел. Прикиньте. Я уже лазю, но нихера. Стоп, а ты на тебя залезть нельзя, да? Ладно. Окей. Здесь нет, все-таки присутствуют невидимые стены. Вот, допустим, одна из них. Но куда-то все равно можно залезть. Я не понимаю, активируйте 6 кристаллов. Ну просто чем их активировать, если у меня ничего такого нету? Есть земля, но землю я тоже активировать никак не могу, ничего использовать. Я иду на звуки. По звукам тут тоже ничего нету. Странно. Давайте тогда я уже через крышу как это... На ту сторону перелезу, да и все. Бля, а че я туплю? У меня же печати. Так, стрелочка. Стрелочка, я... Б. Рыбка. М. Все. Ну вот еще один куб. Эта картина выглядит незаконченной. Сова. Записка. Потерянный ключ.
Нигде не могу найти ключ от террасы форта. Наверняка опять выронил его, когда работал над моей последней картиной. Никогда бы не подумал, что от такого безобидного хобби может быть столько неудобств. Так, значит, это здесь. Но когда я рисовал картину, было сказано. Если он нарисовал картину здесь, значит, он где-то ее тут выронил. Так, зелье лечения. Ну, приготовить. Нехватка ингредиентов. Так, рецепт зелья против ржавчины. Для приготовления данного зелья вам потребуется голубой цветок, ведьмин гриб. Ага. В смысле, мне нету ингредиента этого. Все предметы подсвечиваются, так или иначе. Так, подожди. Где должен гриб этот искать? Ведьмин гриб. Ладно. Погнали искать грибы. Не, я мог бы, конечно, просто перепрыгнуть, но дело в том, что мы бы потеряли часть контента. А зачем терять часть контента, который есть в игре? Хорошо, теперь нам нужно искать грибов. Как он там выглядит? Так, голубой цветок у нас есть. А вот ведьмина гриба нет. Вот гриб мы подобрали. И вот грибы. Но они не подбираются. И типа думай, либо разработчики специально гриб не добавили против ржавчины, либо что-то не шарю. Потому что здесь нигде я не вижу гриба. Окей, к примеру, мы сюда, да, пришли бы. После тех печати такой ля-ля-ля-ля-ля. Грибы, 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 где наши грибы? Ой, я упал. Ля-ля-ля-ля-ля, тут нихера. После чего мы идем сюда к печати. Такой ули-улихи баб-баб-баб. Видим, что никакого нахрен гриба нету в помине. И нас просто нагло наебали. И я расстроен и возвращаюсь в дом. Потому что говорят, нужен гриб. Гриб я не вижу, может быть он в доме, по сути. Ключ. Ключ мы тоже не нашли. Хотя он говорится, что ключик находится там, где я рисовал картину. По картине видно, что он рисовал там, где мы были. Где я должен на этот гриб найти? Откуда я могу этот гриб вообще взять? Пипец. Игра началась, и я уже в жопе. Шо, пойдемте гриб искать? У нас два варианта. Искать гриб, либо просто перепрыгнуть. Я за такой, чтобы поискать пока что еще подняться, а потом что-то придумать. Короче, я начал игру заново. В надежде найти гриб. Однако, в надежде найти гриб, я нашел вот что.
Оказывается, тут летают сферы, в которых есть предметы. От склада. Так, ключ от склада, хорошо. А, ну так, в принципе, мы бы с вами и попали наверх, да? Нет, это ключ от другого места, подождите. Значит, от склада имеется в виду склад, который... В начале? От вот этого, получается, склада? Ключик у нас. Да. И здесь, скорее всего, и будет наш гриб. Два рубина. Рубины нам, наверное, нужны как раз для того... Рычаг. Все. Взаимодействие. Сковорода. Значит, можно все собирать, и не влияет это на то, что будет что-то потом или нет. Главное, сразу сейчас все это пособираю, давайте, и потом открываем рычаг. И нужно как раз залезть на крышу, забрать то, что там наверху на крыше. Так, короче, все, я пособирал то, что было, залез, забрал. Так, заменить рычаг. Да, давайте в этой серии посмотрим, что еще тут есть. Shift уклонение. А чё он такой живучий? Да, видите, как я врыл один квадратик, это одно хп. Так, вы понятия не имеете, что это такое, но лучше этого не прикасаться. Прикоснуться. Сильное жжение пробегает по вашему пальцу, и вы в спешке одергиваете руку. Ля. Крыса. А, ну ладно. Он меня предупредил. С помощью скелета. Максимальное здоровье увеличено. Нужно кристальчики собирать. Это наше увеличение здоровья. Окей. Неплохо. Очень неплохо. Видите, места, которые мне нужны, они вот... Мне интересно, с них что-то падает. А, это как раз же то место... Стоп, это я... Это я круг сделал? О, грибы. Ау, да. Смог укусить. Все понятно, что там написано. Старое дерево, кажется, срубить его не составит труда. Нужен топор, да? Для сокращения пути. Хворост, еще один хворост нужен. На мгновение мне показалось, что внутри дупла что-то есть. Осмотреть дерево. Вы никого не находите. Ну, там же кто-то есть. Хм, ну ладно. Скрытная зараза. Мне нужен топор, либо я могу просто спрыгнуть. Вау. А чё он такой живучий? Взаимодействовать не хочу.
Чё эта фигня такая живучая? Давайте внутрь войдем. У нас что, вариантов так уж много. Куда идти? Не, если враги будут восстанавливаться после того... Хотя, это же метро. Но мне опыта ничего не дают. Маги. Давайте сначала направо. Так, постепенно будем попозже идти. Ау, да. Уснул меня. Так, это получается здесь проход? Или это вот это, да, это вот это, да. Я могу управлять, запускать либо не запускать огонь. Мне интересно, куда я вообще иду, мне вообще не сюда надо. Если так подумать. Так, солнце, месяц. Типа солнце горит, месяц не горит. Так, давайте, пока я не тупанул, схожу, посмотрю, что в той комнате. Хорошо. Так, вазы можно ломать. Ну, значит, я все правильно шел. Ну, слушайте, если здесь такие головоломки. Нифига здесь локации. Надо его забайтить на открытую местность. В большинстве играх нужно вращать врагов, поэтому ха, не бесуйте. Так, это рисунок напоминает план какой-то комнаты. Это походу вот так комната, которая нам нужна. Два горят. Это проход? Короче, два сверху и один по центру. Отхилится. Ага, он восстановит полностью. Значит, лучше не транжирить этой херни. Подожди, а если смотреть, что это дверь, их только два. Значит так. Да, это длинная вот комната как раз.
А, и вот светятся камни, когда я правильно, походу, включаю. Так, ну я хочу туда еще сходить посмотреть. Данжены, данжены. Это, походу, те камни, которые нам рассказывали. Так, активировать навигационный кристалл. Активировать. Навигационный кристалл активирован. Вернуть ко входу в подземелье, да. Ну, мы уже все изучили, поэтому... Видите, тут хотя бы есть еще быстрое телепортирование к двери. Осталось, в принципе, прокачать урон, потому что враги довольно сильные. Если не буду по одному нападать, ну это как-то скучновато, что ли? Ну то есть... Но здесь, так сказать, присутствуют секретные... Сундуки. Нет, смотрите, враги не восстановились. А, то есть то, что я со спины подошел, ничего, да? Ладно. Так, ну срубить я не срубить. Придется потом снова бежать. Топора у меня нету, к несчастью. Как вы видите, снова же. Стоп, это другое место. Еще одна каменная маска. Значит, мне топор по-любому надо, там какие-то огненные цветы. Им я еще ничего не сделаю. Так, что у нас есть? Подожди, у нас есть хворост. Давайте посмотрим, что с кристаллами. А, то есть... Вот так оно работает. И мне нужно запустить каждый. Окей. Может, это будет работать как телепорт еще. Но подождите, тогда у меня все равно вопрос остается, что мне делать. Так, ладно, хворост мы нашли. Разжечь огонь, требуется сковородка. Установить сковородку. Так, погнали, ладно, посмотрим, что здесь можно сделать. Старая печь для приготовления пищи, уйти. Пищу мы готовить не можем. Я бы сделал зелье против ржавчины, однако у меня нету ресурсов. Мне нужен гриб вот этот. По сути, у нас и есть, но он немного иной. Ладно, давайте я сохранюсь. А, тут есть автосохранение. В принципе, я думаю, на этом мы закончим. Потом я что-то попробую, посмотрю, поищу еще. Может, что-то еще найду. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.